бы я что-то такое, ты рвался бы сюда, вперед самолет. Завтра нам уже домой улетать. Погода так распогодилась, даже море прогрелось, видите. Дети сегодня купаются. Так, немного, конечно, но купаюсь. Сейчас померим воду, сколько градусов. Ну все, сезон начинается. Жанулька занимается оформлением туров. Цель надо подбирать, исходя из целей ваших, да, что вы хотите от отдыха, релакса, движухи, да, бюджета, какая у вас цена. В общем, если что, пишите Жанульке в Инстаграм, подписывайте на ее Инстаграм, на мой, а ей пишите, что вы хотите подобрать. Можете на почту писать, да, она оформит тур, подберет по той цене, которую у вас располагает бюджет, да, по той цели, которую вы хотите. Вода прогрелась, 22,5. 23, можно уже купаться, на. Спасибо. На нее топи. Ну, считай, что 23. 22,5. Можно купаться опять. Да, если бы погода каждый день была такая безоблачная, море бы уже прогрелось бы до 25. За то время, пока мы отдыхаем. Тот поплыл. Ура! 22,5. Можно плавать. Конец отдыха. Лучше в начале так было. 22,5 уже для нас радость. А раньше холодно было. Ты радуемся. Что, практически последний день, можно было бы сказать. С утра нам надо было улетать, мы рейс перенесли на вечер, на 7 вечера. Я надеюсь, еще никуда не подвинут, вдруг обратно сдвинут. Получается, у нас сегодня предпоследний день, вместо последнего. Это очень радует. Погода вообще шикарная. На небе не облачко. Море сегодня прогрелось, как вы видели, до 22,5. Сейчас вечер, наверное, 23 точно есть у берега. Погодка класс. Сейчас будем нырять, купаться. Поели вафель. Не знаю, лицо чистое, нет? В общем, даже не знаю, когда подводить итог по отелю, сегодня или завтра. Ладно, завтра подведем итог. Сейчас купаться. Давай, пока не уплыл. Да? Бесконечно можно смотреть на эту красоту, на это море. А завтра улетаем домой, go home. Классный отель. Я даже не знаю, может быть, даже не стоит подводить итог, потому что в видео все и так понятно. Что здесь все очень классно, да еще и по такой цене. Для меня минусов вообще нет, то есть только эти плиты. Ну, для кого-то это минус, для меня нет. И так очень все классно, цена классная. Еда вкуснейшая вообще. Вчера опять креветки давали, говорю, креветки через день дают обычно во всех отелях. Раз в неделю такие вкусности дают. А здесь чуть не каждый день, через день. В общем, все очень классно. Посмотрим, кстати, что сегодня еще будет на ужин. Мы сегодня захватываем ужин, завтра завтрак. Вот обед, не знаю, захватим или нет. Посмотрим. Цыплятки, папа. Утятки, пушистики. Миленький, да. Папа, мама и утятки. Смотрите, здесь рядом с детской площадкой есть вот такая типа катапульты. Я ни разу не сюда наработала.
Есть еще вот бесплатно можно поиграть в теннис, бильярд. Прям есть ки, шары, все. Вот приходишь, бесплатно играешь. Футбольчик мини. Есть. И ки тут лежит, все, и можно прям прийти поиграть, вот дети рубятся тут. Как бильярд, детки? Плохо, но. Что случилось? Эмоционально? Я только два забью. Два, ну это шлинги, это прилично. Папа иногда ни одного не забивает. Рядом тут с съездной группой персики растут. Так что в сезон можно поесть бесплатных персиков, собственных, сорванных собственными руками. Сегодня на последний ужин нас решили порадовать стейками из говядины. Это индейка на гриле. Здесь прям стейки жарят. Смотрите, какие там сочные говяжечки лежат. Это мексиканский вечер. Мы когда приехали, тоже был мексиканский. Еще лежит такое, что там пицца разная. В общем, все остальное увидели. Мистер мексиканцы еще их что-то режут. Я не понял, что это такое. Что-то вкусное, видимо. Thank you. Каждый день целую рыбу дают, просто каждый день. Не во всех отелях такое было. Как они это все помещают? 30 тысяч человек, я до сих пор не понимаю. Так прикидываю, сколько всего вкусного. В отеле очень голодные кошки. У них в домике стоят, а еды там нет. И прям приходят такими глазами, смотрят, покорми меня. Я целую тарелку говядины сюда вывалил и две тарелки баранины. Вот они приходят сюда, все едят и выходят потом с довольными лицами. А, блин, смотрите, не хватает кусок и сразу убегать. Такая вот, видимо, их гоняют здесь. Я люблю кошек, поэтому подкармливаю. Такой. Все уже ушли, я как обычно все снимаю, а все уходят куда. Сегодня у нас последний вечер. Завтра днем в 4 часа мы улетаем. Поэтому сегодня будем наслаждаться и впитывать. Вечерний отель. Так не хочется уезжать. Вроде только приехали, а уже улетать завтра. Ну что, будем смотреть видюшки и получать удовольствие. Сейчас атмосфера, конечно, очень классная. В отеле очень веселая. Днем музыка, вечером тоже музыка. Все классно расположено так. Из ресторана сразу сюда попадаешь. На эту всю веселую открытую зону. Очень позитивная атмосфера. Прям вот что-то мне этот отельчик запал. Да че в такой цене. Но дети тут вообще вот очень любят Никитос наш. Отсюда не вылазит каждый день. Играет в автоматы в эти. Тоже очень классно. $1 примерно, один жетон стоит. Любимый аттракцион, это вот этот вертолет. Каждый день на этом вертолете летает. Поль, куда летишь? В Турцию опять? Да. Завтра в Москву полетим, да? Ура! Ура. Вначале было то же самое про Турцию. Каждый день. И вот тот еще автомат классный. Там барсай жетон. И по-любому попадает какая-то игрушка беспроводочный автомат. Пластилин, часики такие детские. И еще чай. Ну, атмосфера классная здесь. Каждый вечер ходим. Аэрохоккей, шмакей. По снекам в этот отель классно. Первый раз вижу, что вообще такие палочки довольны. Так не хочется уезжать. Прям это, мне кажется, вот такой один из отелей, откуда вот прям не хочется уезжать. Честно говоря, я в шоке, когда записывал видео про то, что поедем посмотрим отель Sunnys Elite Beach, да, что там сомнительные, что непонятно качество, там не очень хороший рейтинг и так далее. Слушайте, ну блин, знал бы я, что это такой отель, рвался бы сюда вперед самолетом. Очень классный, прям вот душевный, какой-то правильный отель. Вот. Минус только в плитах. Я думаю, что завтра даже... Нет, завтра подведем итог, скажем пару слов. Ну, отель вообще класс. Может даже больше ничего не говорить. Thank you.
последний вечер в честь нашего отъезда, конечно же. Салют! Причем самый красивый. Все вечера было намного проще. Доброе утро в этом отеле, и днем улетаем. На самом деле очень хорошо, что мы улетаем именно днем. Так бы мы уже должны были быть в аэропорту в 9 утра. Лучше днем. Поспались, сейчас еще поехали загораем, вещи соберем и поедем. На самом деле очень классная новость, что перенесли рейс на день, целый день нам подарили. Спасибо. Единственное, они хотят продлять нам номер бесплатно. Хотят что-то 50 или 70 евро, какие-то космические деньги за несколько часов. Сейчас пойдем поговорим, может, что разрешат нам. Я попробую здесь яичницу такую жарят. В сливочном масле. Колбасу есть такой. Что-то ни разу не брал, неохота мне было стоять. Наконец решил попробовать. Все, пока-пока. Сегодня будет. Да, сегодня будет пока в Турции. В общем, мы сейчас подошли. Гастролейшн, она подошла к руководству. Мы говорим, с детьми. Можно нам на пару часиков попозже выехать. Они нам предложили видеоисключение, вариант, что мы в 12 сдаем номер, и они нас в главный корпус переселяют, в какой-то другой номер попроще, который имеет позднюю уборку. Вот, поэтому можете подходить и просить, они как бы идут навстречу, тем более отель сейчас пустой. Вот. Ну, после того, как они узнали, что у нас есть канал на YouTube, я им показал видео, которое уже здесь. И они сказали, оставайтесь в своем номере. Ну, молодцы, пошли навстречу. И другим идут навстречу, то есть независимо от того, есть канал, нет канала. Ну, можете просто даже сказать, что вы там в Инстаграме оставить какой-нибудь отзыв, еще что-то. Я думаю, они всегда идут навстречу. Может, даже вас в своем номере оставят спокойненько. Просто мы продолжаем отдыхать до вечера. И кто, если кто не знает, в любом случае, если вас выселяют из номера, если вы не продлеваете номер, то браслет у вас остается, вы можете пользоваться рестораном, бассейном, всем-всем, напитки, еда и все остальное. Конечно, когда уже надо уезжать, смотришь на все, прям не знаешь, как напитаться этими эмоциями. Вот. Действительно, я очень рад, что у меня есть видео, которое можно потом смотреть самому же. И вы можете смотреть, и тоже напитываться этими эмоциями. Ой, и днем, и ночью танцует, и днем, и ночью. Все просыпается. Самый веселый человек этого отеля. Котика, пойдем. Все приходит на пляж, здесь все время фрукты лежат. Груши вот эти очень вкусные. Яблоки холодненькие. Так что, кто не успел позавтракать, можно на пляже подзарядиться энергией фруктов. Вместе с солнечной энергией и морской. Пойдем, отца. Погодка просто класс вообще. Когда знаешь, что надо уезжать, все становится еще класснее. Все лучше. Смотришь прямо, ох, красота. Народ на пляж, смотрите, как мало. Отель мало заселен, потому что погнали, банда. Пап. Наша мама пошла вещи собирать, а мы с детками пришли на пляж. Сейчас пойдем за матрасами. Я буду все матрасы. Да, понял? Все по матрасику сейчас возьмем. Нет. Один матрасик? Да, один. Поль, на, просто мне помогай сзади и все, кису. Я так буду. Так потащишь его? Угу. Сейчас грязный будет. Я не буду. А, сколько там? Два несешь? Знаете, Гидос, два несет. Полька сказал, пап, держи. Пап взял четыре. Нельзя, Поля. Пойдем. Нельзя. Пусть он тебе помогает. Сейчас пойдем водичку померим. Сколько у нас там градусов нагрело. Погоди туда, пап. Что здесь, Полька, нравится? Так, что-то, по-моему, вода сегодня свеженькая. Смотри-ка, чистая-чистая. Вчера вечером, кстати, какая-то муть была. Сегодня чистые.
Так, смотрите, вода 22,3. Ну, сейчас утро, где-то 11 часов. А вчера была 22,5. Ну, то же самое, то есть днем она прогреется до 23, как минимум. 23,5 было. А погодка класс. Небо чистое. Море чистое, все чистое. Можно ехать. Можно не уезжать. Сейчас пару часов прошло. Вода еще сильнее нагрелась, сейчас померим. Давай, ныряй. Сейчас. Тянь, да. Голову опускай. И плыви. Плыви туда. Нет. Смотрите, здесь у берега, вот я сейчас плавал. 23,5 уже нагрелось. К вечеру, наверное, 25 здесь будет. Класс. Здесь прям плаваю, чувствую тепло. Но там, наверное, дальше попрохладнее будет. Но у берега очень хорошо нагрелась вода, буквально за 2 часа. Вон, Никитос уже поплыл купаться. Сколько уже купаемся во всем. Так что погода к нам вернулась. Сынуля, их тебе, Андрей. Классно здесь возле этих камней. Там такие рыбки красивые плавают. Пап, рядом со мной рыбка проплыла. Да, маленькая. Все, пока море. Идем обедать, паковать чемоданы и домой. Класс. Вообще так не хочется уезжать. Море нагревается, а мы домой. Солнце печет так, что аж прям жжет спину. Я даже облизать начал есть. Вот это летнее солнце, кожа облизается. Последние минуты перед отъездом домой мы проводим по максимуму. Сейчас с горок накатались, накупались. Сейчас поедем домой. Я думаю, и настал час подвести итог по отелю. В общем, итог один, задаваясь одним тем же самым вопросом. Вернулся бы я в этот отель еще один раз. Блин, вообще 100% вернулся, без проблем. Еще если такая же цена будет. Но мы, к сожалению, сюда, наверное, не вернемся, потому что нам ездить нужно другие отели снимать, чтобы вам показать. В остальном по отелю я даже не знаю, что добавить еще. Действительно классный отель, большой, просторный. Народу мало, да, потому что мало заселенность, еще и ценник при этом хороший. В общем, в этот отель бы я с удовольствием вернулся. Я вам советую. Все, удачи всем, пока, хорошего отдыха, побольше позитивных эмоций. Постарайтесь получать от отдыха положительные эмоции, не замечать всякие мелочи, всякие, чтобы не прозвать негатив. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии и... И, конечно, нажимайте на колокольчик. Чтобы приходили уведомления о новых видео с новых путешествий. Да. Все, пока. Пока. Пока, скажи, Поль. Ну все, пока. Их, нам прям вообще не хочется уезжать. Прям неохота. Прям совсем-совсем не хочется. Прям вообще неохота, да? Ага, красотища такая. Может, останемся, Никита? Да не полетим в Москву. Здесь будем. Нам же надо прилететь домой. Ох, погода вообще прям огонь. Прощай, чемодан. Ты был хорошим нам, верным другом. 2 года. Надо так отломать, да? Ты собираешься или нет? Да, я уже собрался. Все, чемодан собрал. Пока, Турция. Пока-пока. Все, пока. Помните, как вначале недавно мы только приехали. Также вышли сюда посмотреть. Что же здесь интересного есть в отеле. Вот эти дни так быстро пролетели, так незаметно на самом деле. Но, мне кажется, ни один из отелей мне так вот не западал в душу, как это. Очень классный отель, очень классный был отдых, очень веселый. Может быть, в этот отель мы все-таки еще раз вернемся. Несмотря на то, что нам надо съездить снимать другие отели. Прям очень классно, очень понравилось. Все, погнали. Сейчас заказали опять трансфер частный, потому что в автобусе долго трястись. Наши уже давно уехали, затем автобус приезжал, и мы где-то лишние 1,5 часа отдыха еще выкрали себе. То есть...
купались на горках с детьми. Мне кажется, он того стоит. Сейчас сядем, быстренько за час доедем. Ну все, все скажите. Пока-пока. Пока, тусуйся. Пока, тусуйся. Пока-пока. Поль, тебе понравилось отдыхать? Никита на горках накатался. Who would have thought that a girl like me could come to this?